В Сергиевском районе, несмотря на начало календарной весны, продолжается сезон подледного лова. Среди самых популярных сегодня мест у нас река Сок в районе села Чекалино, Казачка у Нероновки, Старая Турбаза у Павловки и, конечно же, Кондурчицкое водохранилище на самом севере района. Зимняя рыбалка тут продлится еще как минимум месяц, уверены рыбаки. Все он из Сергиевска здесь и везде. Все. Какая тут толщина льда? Примерно сантиметров 80. Здесь до сих пор? Да. Любители зимней рыбалки едут сюда за лещом, плотвой, карасем, карпом, окунем, сазаном. Говорят, тут и щука на 16 килограммов живет. И это не единственная местная легенда. Хотя Кондурчинское водохранилище – относительно молодой искусственный водоем, созданный 41 год назад в форме 7-километровой подковы. Это огромная территория. Как выбрать место, где бурить лунку? Здесь можно хоть где бурить. Угу. Попадешь на удачное место, на ямку, там, на пригорок – поймаешь. Март пока большими уловами тут не балуют. Нужна тихая погода с западным или южным ветром. А весенние метели дают иные условия. Поэтому ситуацию спасает время суток. Лучше всего клюет после обеда. Бывает, да. Мы как-то раз приезжали на этом месте, ловили килограмма 4, наверное. Какую рыбу? Ну вот, такую же вот сорожка. И все, сорожка. Окунек вот небольшой. Хороший запланированный улов. И мы уверены, что он зависит не столько от погоды, сколько от мастерства. Удачи им. Екатерина Реснянская, Антон Иванов для информационной службы телекомпании «Радуга-3».